Министерство здравоохранения готовит предложение по ужесточению требований к перевозчикам малой авиации. Об этом на брифинге в правительстве сообщил глава ведомства Ельжан Биртанов. По словам министра, многие самолеты санавиации устарели. Также есть проблема нехватки специализированных бортов. Ежегодно Минздрав выделяет свыше 5 миллиардов тенге для оказания этого вида помощи. Решением проблем санавиации государственные органы занялись после нескольких катастроф. С начала года в 5 крушениях самолетов малой и средней авиации погибли 11 человек. Последний инцидент произошел 3 октября. Тогда рухнул борт Ан-28, выполнявший рейс санавиации из Алматы в Шымкент. В результате катастрофы погибли 5 человек. Мы будем ужесточать требования к перевозчикам. И в связи с этим комиссии сейчас рабочей группы разрабатывается ряд предложений для правительства и других госорганов по повышению безопасности перевозчиков. Реалистично сказать, что, допустим, у нас фактически в стране нет самолетов, которые могут перевозить пациента, значит, садиться в поле у населенного пункта, у сельского, и перевозить пациента, а чаще всего это женщины беременные в родах, перевозить их в областные центры. Это только Ан-2 может. И эти Ан-2, в принципе, вот их достаточно большое количество задействовано, они ежедневно летают и показывают себя с хорошей стороны.